Всем известно, что миллионы лет назад на Землю упала гигантская гора из космоса, уничтожившая динозавров. В наши дни, благодаря передовым технологиям, новые исследования показывают, что произошло на самом деле. Сегодня ученые думают, что знают даже откуда взялся этот гигантский астероид. Но является ли Земля мишенью еще для одного космического камня? И сможет ли выжить человечество, если это произойдет снова? Вы будете удивлены и, возможно, даже шокированы тем, что обнаружили астрономы НАСА. Так что приготовьтесь увидеть катастрофу, которая однажды почти полностью уничтожила жизнь на Земле. Падение гигантского астероида в Мексиканский залив 65 миллионов лет назад для жизни на Земле было достаточно серьезным событием. Но это было только начало череды бедствий. С неба на Землю посыпался град горящих камней, вспыхивали лесные пожары, горели торфяники и открытые залежи угля, а прибрежные районы заливали цунами. Исследователи обнаружили, что первый день Кайнозоя был приправлен катаклизмами. Новые данные о случившемся были получены с помощью фотографий с высоким разрешением, микроскопии, компьютерной томографии и измерения кернов осадочных пород, недавно извлеченных из кратера Чуксулуп, который является одним из крупнейших ударных кратеров на Земле. Представьте, что в тот злополучный день 65 миллионов лет назад, когда Землей правили динозавры, вы были где-то в Северной Америке, и вы вдруг посмотрели в небо. Вероятно, вы бы заметили яркую звезду, сияющую вдалеке. А если бы вы наблюдали за этим объектом непродолжительное время, то вы бы заметили, что он становится все ярче и ярче. А еще через непродолжительное время вы бы заметили не звезду, а огромный астероид, падающий на Землю со скоростью 73 тысячи километров в час. Через несколько часов астероид входит в атмосферу Земли и летит по направлению туда, где сегодня находится полуостров Юкатан. При ударах с такой скоростью атмосфера Земли ведет себя как вода. Маленькие космические камни, называемые метеорами, ударяются об атмосферу, как галька, брошенная в пруд. Они быстро замедляются на больших высотах, сгорая от трения об атмосферу, но большая часть этого камня все же падает на Землю. Таким образом, астероид размером с гору Эверест проносится над Южной и Центральной Америкой, издавая громкий гул и грохот, способные разорвать барабанные перепонки в ушах. Динозавры, очевидно, были сильно напуганы и разбегались во все стороны, не имея ни малейшего представления о том, что происходит. Если какие-то животные были в сотнях километров от места падения астероида, то они просто испарились в течение нескольких секунд. Космическая гора падает с такой скоростью, что воздух мгновенно нагревается до сотен тысяч градусов, а мы знаем, что при интенсивном сжатии воздух очень быстро нагревается. Таким образом, еще до падения астероида сжатый перегретый воздух испарит большую часть мелководья, покрывающую Юкатан. Через миллисекунды камень прорывается через то, что осталось, и врезается в земную кору. В этот момент происходит цепная реакция. Столкновение с астероидом оказывает такое сильное давление на Землю, что почва и горные породы плавятся и текут подобно рекам. Движение расплавленной земной породы похоже на всплеск воды, когда кто-то прыгает в бассейн. За этим следует взрывная волна, облетающая весь земной шар. Удар этого астероида составляет примерно 1 септимиллион 300 секстиллионов килоджоулей в энергетическом эквиваленте. Другими словами, это больше энергии, чем миллиард таких атомных бомб, которые были сброшены американцами на Хиросиму. Кинетическая энергия, переданная астероидом почве, скалам и воздуху, нагрела их до температуры в сотни тысяч градусов. Тепло вырывает электроны из атомов, изолируя воздух, превращая его в расширяющийся огненный шар плазмы, нагретый до 10 тысяч градусов. Этот нагретый и быстро расширяющийся воздух в сочетании с ударной волной образует массивную взрывную волну с огромным давлением.
Ударная волна распространилась не только по поверхности Земли, но и в земной коре, вызывая землетрясение. Если бы в момент удара вы находились в Азии, то вы бы почувствовали сотрясение Земли примерно через 30 минут после удара. Этот удар вызвал цунами высотой более полукилометра. Стена воды обрушилась на территорию современной Мексики и юга Соединенных Штатов, затапливая десятки километров вглубь суши. Также волны высотой около 200 метров обрушились на побережье Европы, Африки и Средиземного моря. Это уже звучит как Армагеддон. Но впереди еще больше бедствий. Когда астероид ударился о Землю, этим ударом в космос было выброшено огромное количество камней из земной породы, которые затем градом стали падать на Землю. В какой бы части света ни находились динозавры, на них обрушился огненный град из расплавленных камней разного калибра, и все это буквально поджигало Землю. Большинство деревьев сгорело, и, возможно, поэтому единственный вид птиц, которые выжили, это те, которые гнездятся на земле. А немногие крупные наземные животные, которым удалось избежать вымирания и спастись от жары, были те, которые смогли закапываться в землю, либо убегать в воду, как крокодилы или черепахи. Даже тем динозаврам, которые находились в другой части света от эпицентра падения астероида, приходилось искать защиту от теплового удара в водоемах. В заключительной части ужасной участи, постигшей динозавров, были кислотные дожди. В результате удара в атмосферу было выброшено огромное количество испарившейся серы и воды. Сера и вода конденсируются в атмосфере и выпадают кислотными дождями, которые окисляют почву и воду. В более высоких широтах выпадает огромное количество кислотного снега. Но помимо воды, породы и серы, астероид выбросил в атмосферу огромное количество нефти. Эти нефтяные пары конденсируются в атмосфере и закрывают солнце. В отличие от дыма, углерод циркулирует высоко над облачным слоем, не давая ему выпасть дождем. И это становится еще одной большой проблемой. Слой сажи накапливается в атмосфере, уменьшая количество солнечного света, достигающего поверхности Земли примерно на 90%. И как минимум на 2-3 года. Таким образом, вслед за печным жаром Землю окутывает холод. Глобальная температура понизилась в среднем на 50 градусов по шкале Цельсия. А единственные места на Земле, которым удалось избежать такой глобальной заморозки, являются Мадагаскар, Индия и Индонезия, которые в те времена были тропическими островами. Во время этого глобального похолодания испарения почти прекращаются, а количество осадков уменьшается примерно на 80%. Почти каждый регион на Земле, за исключением Мадагаскара, Индии и Индонезии, превращается в ледяную пустыню. Но откуда взялась эта каменная гора, и не приближается ли к нам еще одна такая же? Исследователи изучили эволюцию астероидов, используя данные об уже известных астероидах, и предположили, что астероид, погубивший динозавров, прилетел на Землю из облака Оорта. Это такая сфера из камня и льда на окраине Солнечной системы. Это могла быть и крупная комета, которую гравитация Юпитера оттолкнула от курса и отправила ближе к Солнцу, где та распалась на несколько частей. Осколки этой кометы теперь могут пересекать орбиту Земли и поражать планету примерно раз в 250 миллионов лет. Исходя из этого исследования, вопрос заключается не в том, сможем ли мы столкнуться с другим гигантским камнем из космоса, а в том, когда. 11 декабря 2021 года НАСА сообщило, что 330-метровый астероид под названием 4660 Нереус пронесся мимо Земли на расстоянии 3 миллиона 800 тысяч километров со скоростью 6500 км в секунду. Это очень близко. И любое, даже самое незначительное отклонение от орбиты может привести его к столкновению с Землей в будущем. Астрономы отслеживают этот потенциально опасный камень и говорят, что он окажется на расстоянии чуть более миллиона километров от Земли
14 февраля 2060 года. Для сравнения, астероид, взорвавшийся на Челябинском в 2013 году, был всего 20 метров в поперечнике. Проблема заключается еще и в том, что у нас пока нет хорошего способа защитить нашу планету от гигантского космического тела. Тем не менее, миссия NASA DART попытается выяснить, сможет ли космический аппарат изменить траекторию движения астероида и тем самым отклонить его от Земли. Целью DART является Диморфос – астероид Луна, вращающийся вокруг более крупного астероида под названием Дидим. Космический аппарат должен прибыть туда к середине сентября этого 2022 года, когда система Дидима будет находиться на расстоянии 11 миллионов километров от Земли. Однако предполагается, что столкновение изменит скорость вращения спутника всего на долю 1%. А вот для того, чтобы остановить астероид размером 10 километров или больше, несущийся к нашей планете со скоростью 73 тысячи километров в час, понадобится нечто большее, чем столкновение космического аппарата. Возможно, человечеству в этом случае придется испытать ядерное оружие, например, как в фильме «Армагеддон». Ну а пока все спокойно, подписывайтесь на наш канал и следите за новыми выпусками, чтобы узнать и о других не менее захватывающих событиях, происходящих в нашей Вселенной.